You are a part of this place. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в темнейшее подземелье, вернее, да, уже потихоньку заканчиваем. И прошлая серия у меня выпала, к сожалению, и там я сходил на двух боссов. Она у меня крашнулась, еще серия по Don't Starve, но, к сожалению, так. И это был кто у нас по боссам? Я в бухте сирену завалил и в заповеднике плоть. Но в заповеднике решил поэкспериментировать и в результате потерял двух персонажей, Нергарда и Амара. Это был последний оккультист вкачанный. И я хотел оккультистом пойти в чащу, но придется вести хилку такую, в нашу Агату. И в чем суть? Я пойду без факелов. Давайте в темную сходим. Здесь у нас есть адская заколка, здесь есть сова, которая даст скорости. Здесь крита и меткости даст, когда факел менее 25. У нее, конечно, минус в том, что у нее есть... 20% урона от стресса бонусом, но что поделать. Плюс она кричать будет и глушить врагов. Тут все в дамаг, скорость, урон. Ну и тут, правда, от стресса дофига урона, но авантюрист заповедника у него немножечко стресс режет. Плюс мы планируем как можно быстрее добежать и всем накидывать. Какой-то такой план, воздаяние. Глушить он не будет, он будет уклонение, ускорение, если что, делать усиление, пытаться иногда. Здесь, понятно, все в отхил. У него, кстати, тоже сова. Убийца мистики может помочь. Там мистики есть. Ну и здесь у нас быстрые рефлексы. Что еще у нее есть? И шанс разведки в заповеднике, что немаловажно. И лунную накидку дала, она тоже без факела хорошо работает. И защита и уклонение даст. Ну и здесь просто меткость и скорость. Хотел что-то в дамаг дать, но... Но все бы, что я не дал, это даст нам еще и стресса. Поэтому ладно, хватит. Здесь у нас есть темная корона. Минус урон от стресса, но ее некуда впихивать. Такая у нас партия получилась. Идем мы на жуткую ведьму, да, это будет весело, я так подозреваю. Давайте-ка. А, мне факелы-то не нужны, да, по привычке. Нам вся еда нужна, по идее. Еда нам нужна, это определенно. Дальше. Противоядие, я не помню, может быть. Бинтов возьмем побольше. Трав возьмем. Штук 5 святой воды. Обязательно облиться. Если что, вдруг. Так, ключи взял. Погнали. Чаще. Постепенно ее дикая манера ставить опыты на себе перешла всякие границы. Она пила самые разные эликсиры, снадобья и настойки грибов и трав, а желая узнать больше о природе кошмара, который набирал силу под землей. Она изменилась до неузнаваемости, и я, будучи не в силах это выносить, уговорил ее перебраться в чащу, больше соответствующую дикой натуре этой женщины. Да. Так, нечисть здесь плодится не бездумно, а будто по злому, извращенному плану. Жуткая ведьма. Очень хитро, нам придется по ходу пьесы куча боев провести, пока мы доберемся. Она, очевидно, здесь. Ну, пойдем. Так. Тушим. Это больше добычи, и мы больше критические удары наносим, но и больше стресса, меткости и урона монстр больше. И нас... дофигища раз будут врасплох заставать. Что плохо, конечно. Из всех этих только Потапыч был в самом темном подземелье, да? Занятно. Так, а я посмотрел, у нас все проапано. То мало ли. Вроде все. Да ладно, только сама-то ты зачем полезла? Сейчас она найдет чего-нибудь. Немного мяса. А, даже так. Ну окей.
Я думал, какую-нибудь заразу подхватит или, как обычно, что-нибудь в этом духе, но обошлось. Так, где-то уже бой должен быть по-любому. Неприятно. Давайте-ка разроем. Какой-никакой бонус. Ну, если что, всякие реликвии мы будем выкидывать, они нам без необходимости. Так, факел нам не нужен. Еда сойдет. И сейчас бой, скорее всего, нас врасплох застигнут. Не, нифига. Голод. Удивительно. Но пока что мы достаточно спокойно путешествуем. На Клементе, ну хара кидаться. Ну, еще и долго стоит, тупит, ждет. Так, забирает себе. А, забирайте себе. То бишь, ты нам это отдала. Ну хорошо, я не против. Так, где весь все враги? А вот враги. Здесь никого. А вот там вот еще враги. Ну хорошо, я не против в целом, да. Так, вот здесь главное с этим быстро разобраться. И с этой тоже. Тут со всеми быстро главное разобраться. Потому что стресса в нас могут влить просто огроменное множество. Так, еще бы критовать почаще самим было бы в идеале. Стресс мы только на привале можем снять. Это плохо, у нас нет ничего такого, чтобы стресс снимал как-то эффективно. Так, ну это хорошо, что враг повержен. Теперь здоровичка надо повергнуть. Мои бы еще критовали, а тут, конечно, оу. Варварша позже ходит, это очень плохо. Это стресс, здравствуй, да. Но тем не менее, оглушили. А, надо было уклонение, наверное, срезать на всякий случай. Да, мы забили вообще дамажить. Совсем не вовремя. Так, попытаемся тупо зарашить его. Да. Попытались. Надо уклонение было резать. Да. Факел зажгла. Так, лопата. Лопата — это актуалочка. Ну и здесь вроде как без приключений. Мы еще, кстати, на бугимена можем нарваться, на тьманника в данном переводе. Я бы не хотел с ним драться при таком-то раскладе. Кстати, бюсты нафиг не нужны. Вот это мне может пригодиться. Хотя фиг знает, зачем. Блин. Все, нет лопат. Так. Вот это тоже такие себе враги. Давайте накричим. Так, она себе скорость, что ли, режет? Почему она так ходит? А, эта батарея успеет походить? Не, не успела. Хорошо. Еще мы и стрессика полечили. Теперь этих пробивать, у них защиты дофига. И уклонение. Дать уклонение резать. Блин, факел зажгли опять же. Так, это баф на скорость и на уклонение. Давайте-ка. Еще и на 3 раунда. Вполне годно. Может быть, даже будем уворачиваться, кто их знает. Так, хоть кого-то оглушить может. Ну, что-то вряд ли. 164, 180. Ну, вот того второго, по крайней мере, оглушит. Этого-то вряд ли, да. Мне этого хватит. Удары довольно дамажные. О, еще яд.
Так, яд надолго? Яд ненадолго и не такой уж и мега дамажный. Давайте хотя бы одного добьем. Ну или попытаемся. В принципе, отхиливаемся там достаточно неплохо. Крит, а тут 4, да, он труп. Ну, в принципе, пофиг на твой удар. Давай хоть какой-то урон. Аналогично. Варварша покричать сможет. А, на ней все равно яд лежит. Пятнашка. Отличный хил. Даже решил не кровоточить. Зараза. 12. Давайте хотя бы уклонение срезать. Это факел разжигает. Задрали своим ядом. Серьезно. Masterfully executed. Адская заколка на халяву. А давайте так. Это тушим. Противоядие. И кушаем. А, ты задрала кидаться на все, что видишь. Так, здесь бой, и по-любому, скорее всего, нам придется уже делать привальчик. О! Так, так, так. Ну, тут без вариантов. На, в принципе, гербы-то не настолько нужны, я их могу вообще все повыкидывать. Мне там строить только кибитку этой цыганки. Ну, ее можно вообще не строить. Так, здесь вот рассудочек нам решили просадить все-таки, да? Неприятно. Хотя бы так. Так, 11, да? 6, 13, 4, 10. Убьешь? Не судьба. Ну, пыталась. Почти, почти. Нет, а почему варварша не ходит на не дебаф? Надо было снять. Что там за дебаф? Это не тот дебаф, который прям стоит снимать и лечить прям такими темпами. Так, эту старушку точно пора убивать, а то у нас стресса просто море. Так, стоп, это, а ты все равно ее не добьешь. Поэтому лечи Клементию по-любому. И теперь с этими здоровичками разбираться. Так, он один походит, а на следующий ход мы сможем накричать. Ну, если успеем походить. Неплохо пробили. Но не так, чтобы смертельно. А давайте-ка ускоримся в самом-то деле. Мало ли. Так, ух ты ж. Да. Так, ты еще даже не при смерти, что ли? На одно здоровье. Ну ладно. Это серьезная заявочка. Блин, они бронявые. Они очень неудобные враги, конечно. Ну вот кровотечение их-то, конечно, неплохо убивает.
Так, ты, по крайней мере, умрешь. Но Потапыч у нас терпит. Дамаг. Тейкс. Вали этого грибообразного. Ну, здесь мы увеличим количество отхила. Да, так повеселей. Да чтоб тебя, изворотливый ты гад, а. Так, успеет походить, успеет. Супер. Оу. Это неожиданно. Кровотечение не наложилось. Ау. Так даже. Угу. Что мне теперь делать? Противоядие выкинуть. Деньги нам полюбасу нужны. Ну что поделать. Так. Здесь нам по-любому боевой транс. Здесь по-любому вот это вот. Скорость. Это вот тоже хорошая вещь. Так. Что у нас остается? У нас остается 2 единички. Я бы еще не хотел, чтобы на нас ночью напали, но это маловероятно, что не нападут. Скорее всего, нападут. Гадалки, не ходи. Давайте немножко стресса снимем. Да, конечно же, напали. Причем еще неприятное. Хотя бы не очень плохо нас перемешало. Ну, то есть, более-менее в такой компоновке можно что-то делать. Ну, дамаг Потапыч не хочет выдавать нормальный. Вот это сейчас со своим воем, конечно, будет нам мешаться, но... Что... А, он бросок черепа даже. Это дофига дамага, да. Но мы способны излечивать даже дофига дамага. Так, надо было собак вообще бить. Ну ладно. Не, ну ты издеваешься. Он эту не добил, ту не добил. Все не доделывает. Кто так воюет, Потапыч? Но... Такс. Почти поехала. Но это почти. Так, теперь главное на тебя накричать как-то. Если получится. Ну-ка, дай-ка скорости. Чтоб мы накричали гарантированно. Зараза. Серьезно. Серьезно в нее, она сейчас поедет. Она поехала. Мазохизм. Да, отличный лекарь-мазохист. Почему ты, блин... Так, боль, что-то там. Ух ты ж, зато на себя полечила неплохо. Надо убить эту тварь как можно скорей. Шанс оглушить был очень высок. Я не знаю, почему он решил не оглушать, в честь чего. Давайте уже всеми силами убивать просто. Не люблю вот эти ночные нападения. Это, конечно, подстава еще та. Так, зато мы денег насобирали огромную кучу. Ну уже, в целом. И у нас еще может быть куча боев по дороге. У нас точно спятившая команда придет. Так, тут может быть что-то хорошее спрятано. Да, и не может быть, а явно.
Та-та-та-та-та-та-та-та. Это явно лучше. Это явно лучше. Так, этим я хочу облиться святой водой перед боссом. Так. Неприятно. Но у нас есть массовый хил, у нас уже еще двое поехали. А, но это страдает ей нормально, ей по кайфу. Паранойя, супер. Они сейчас вообще все стресс будут грести, как ненормальная. Это минус. Этого бы убить. Но, конечно, не судьба совсем. Совсем не судьба. Так, а накричать ты только на этого накричишь. А этого ты в теории можешь убить. Ну, в теории в какой-то совсем уж. Да, он на следующий ход умрет, конечно. Но он порежет Потапыча, а не хила. К элементе у нас все поехали. О, сосредоточенность, хоть кто-то. Давай-ка щит. Пожалуй. Ух ты ж, а чё у тебя так стресса-то 140? По-моему, тупо от стресса сдохнуть может. Как-то это очень не очень. Хотя бы критует иногда. Маловато будет. Так как-то получше. Услышь мой голос, пламя, я дарую тебе эту кровь, дай же мне силу. А, она себя истязает. Отличный выбор. Хиляй Потапыча. Это у нас Потапыч. Стресс просто прям вот. Он ли стресс? Так, давайте этого уже здоровяка завалим, что ли, для разнообразия. Ваша душа пахнет кровью и завоеваниями, ухмыляется. Ну и чё? Такс. Такс. Что я могу? Что я могу? У нас босс. Ключи мне не понадобятся. Деньги. Единственное, что у меня Потапыч может от стресса просто склеиться. А где? Та пара-пара-пап. Еще и ловушка. Да, ночью гулять это вам не днем. Так, еда. Будешь? Не хочешь? Это тоже уже объелось. Все уже пообъелись. Да ладно, ну куда ты полезла-то смотреть? Серьезно. Мне интересно, умрет ли у нас Потапыч? Да, болезни нет, сопротивление в какой-то веке. Давайте-ка обольемся всем, чем можем. Так, ты сытый, ну ладно. Так, жуткая ведьма. Ну что-то здоровья у нее не так и много. Но не стоит обманываться. Проблем от этого меньше-то не станет, по-любому. Так, накричать я на нее точно не могу. Я могу такой фигней бить, могу такой фигней. Будем с критов бить. Так, в котел, конечно же, монашка. И проба рагу еще.
Так, Сусанна. Агрессия. Отлично. Только зря траву и нитки на вас трачу. Понятно. У нас вариант. Скорее всего, мы успеем убить ведьму, учитывая, какой у нас урон. До того, как это сварится. Или ее котелок развалить. Давайте, наверное, котелок развалим на всякий, то мало ли. Да, она мне в отместку тогда эту запихает. Дамажилку нашу. Не, там плохо. Ваша душа под так. Это ты уже это говорила. Харе повторяться. Блин, ну монашка, ты нас подвела, конечно. Чё я тебя спасал? Ага, ты отхиливаешься. Вон оно чё. Ой-ой-ой, этого-то лучше не пробовать. Она вообще отхиливается, смотрите, как люто. Чёрт, а. Идиотка. Так, харе, она еще усилила ее, да? Ну, хотя бы кровотечение. Но мне надо котел разрушить. Такс. А то там это творится. Так, уезжай. Сейчас по котлу ударю. Подожди ты, подожди. Так, это что ж, мы соратники сговорились со врагами. Только ход не пропускаю, у тебя паранойя, понимаю. Давайте котел попытаемся разрушить. Да твою мать. Ну, котел. В самом деле, котел. Живи, Потапыч. Так. Не успели Сусанну вытащить. Сусанна сейчас отдаст свою душу кому-нибудь такими темпами. Так, Потапыч, Потапыч, живи. Я хотел передвинуть. Па-па-па-па-па-па-па-па. Так, урод. Ты-то что не похилился? Ты у нас решил отдаться, да, все-таки? Косорылый. В котел. Ну, пофиг на тебя, варись. Надо ее вшатывать. Да, ты отсюда вообще ничего не можешь. Супер. Так, все. Пускай это варится. А нам надо как-то вот просто кровь из носа ее вшатать. Просто все критуйте, делайте, что хотите, но убейте ее. Урод. Ну, короче, он сдох. Он стресс уже и так слишком много получил. Ведет себя неадекватно. Потапыч. И Агата нас сварилась. Все плохо. Все очень плохо. У нас кто-то точно умрет. Этот кто-то Агата. Или Потапыч. Потапыч нафиг сварится до смерти там. Разрыв сердца. Потапыч при смерти. Че, ты жив или ты сдох? Не очень понятно. Так. Главное, чтобы Агата походила. Иначе 2 килла. Один килл. Да, супер. Так, ну почти победили. Да, конечно. Кто меня сейчас бить будет? Вопрос, вопрос. Тебе нечем бить. Ты поменяться не хочешь, да? Вообще бесполезная. Так, ну походу мы проиграли. Явно. Такс. А
Ну, тут чуть-чуть-то осталось добить. Просто нечем. Просто нечем бить. Тут один удар-то нужен. Проба рагу. Еще минус. Нет, она еще каким-то чудом держится. Еще проба рагу, да, она отхиливается. Сусанна просто из последних сил не сдается, но Клементия при смерти. А Клементия-то не убьет, на ей нечем. А, нет, она есть чем убивать, она может. Если сможет. Ну это сейчас будет разрыв сердца просто. Да, не сможет Клементия ничего сделать. Эта вся пачка у нас размотана. Да, весело. Это было весело. Всех у нас поразмотали. Ну что я могу сказать? Это жесть, это жесть. У меня теперь хилов нету. Вообще. И у нас погибли они героически. Потапыч, Агата, Сусанна, Клементия. Короче, у нас уже передохло народу. Тьма тьмущая. Надо хилов качивать. И кучу еще артефактов за собой утянули. Хм. Жуткая ведьма. Но это надо вкачивать, еще что-то. Я думаю, на этом мы тогда вообще закончим. Darkest Dungeon. В принципе, у нас цели не стоит прям вот последних боссов завалить. Там по сюжету вроде как нужно, но темнейшее мы прошли. И эпичная концовка с кучей смертей. Достаточно. Тут много времени надо потратить, чтобы вкачать еще кого-то, чтобы с последними боссами биться. Возможно, мы будем делать это на стримах, но не факт. Посмотрим. Ну или когда у нас новый контент появится, я как-то постараюсь что-то сделать. Но посмотрим, что там будет за новый контент. Опять же, возможно, это все в формат стрима, допустим, уложится. Но в любом случае, темнейшее мы прошли. Большую часть боссов завалили. У нас тут два босса, по идее, осталось. Да, а нет, три. Ведьма, пушка и бухта. Ну, набор на ведьму был, конечно, не суперский. Ну и надо было идти при свете, конечно. Ну, эксперимент. Я еще во время предыдущего эксперимента двух потерял. И да, это была не самая хорошая пати по темный заход. Надо больше, наверное, на ворот ориентироваться. Но что сделано, то сделано, в принципе. Потеряли персонажиков. Жалко, конечно. Насколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 еще вкачанных есть. Немножко хилов вкачать. Но в любом случае, на этом пока что с Darkest Dungeon все. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто оставался до этого момента. На такой грустной ноте будем заканчивать, к сожалению. И еще раз, всем всего хорошего, не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось, увидимся в каких-то следующих видео, всем всего и пока-пока.